Мое ТВ. Будь в сети. Группа А. Тюменская государственная медицинская академия. И концертная программа под названием «Апокалипсис ПО». «2012 год. Мир изменился в мгновение ока. Британские ученые установили точную дату конца света. После того, как стал известен день, когда умрет все живое, жизнь людей изменилась навсегда. Человечество задумалось над вопросом, что нужно успеть сделать перед концом света, что действительно важно. Привет, я Дэвид, и это мой видеоблог. Перед концом света я решил сделать то, что всегда хотел, но не решался. Итак, я отправляюсь путешествовать и осуществлять мечты. Hello, Jasper. Итак, за 2 месяца до конца света, где-то в итальянской провинции. Федерико, посмотри, этот идиот опять пришел и вздыхает. Он сейчас всех перебудет. Антонио, это ты! Заходи, жена лазанью приготовила. Так приятно пообщаться с добрым человеком. Что? Что он там маячит? Федерико, что он там маячит? Федерико, по-моему, ему плохо. Мария! Мария, по-моему, Антонио плохо. Мария! Что тут происходит? Антонио опять пришел и вздыхает под окнами Марии. Кто тут вздыхает? Этот идиот. О, Антонио, привет. Здрасте. Лючия, не суй свой нос в чужую лазанью. Иди лучше займись своим муженьком. Мария! Мария, к тебе пришли. О, Антонио, что-то случилось? Ты что-то хотел сказать? Да если бы мне давали по евро каждый раз, когда он хочет что-то сказать, я была бы миллионершей. Мария, мы знакомы уже 7 лет. Но, 7 лет, 6 месяцев и 4 дня. Простите. Мария, я так давно хотел тебе сказать. О, святой Франциск, это опять начинается. Дева Мария, дай мне дожить до конца этой мыльной оперы. Мама, не мешай! Конечно, мама всем мешает. А то, что этот Ромео перебудил весь дом, так это ничего. Да нет, я просто совсем недавно понял, что... Посмотрите, этот идиот только недавно понял. Лично мне все было понятно после первых 2 лет. Да нет, я просто недавно узнал, что скоро конец света, и мы какая все умрем. Какая романтика, он пришел поговорить с ней о смерти. Святой Август, он решил ее убить. От страсти. Лючия, не мели ерунды, Анны мухи не обидишь. Мама, успокойтесь. Мама, само спокойствие. Говори! Мария,
прекрасная Мария, я так давно не решался и хотел тебе сказать, что... Ну? Хотел сказать тебе. Ну? Тебе сказать хотел. Ну, Мария! Не могу! О, дать. Белла, добрый дева, Мария! Никогда не закончится. Антонио! Мария! Антонио! Мария! Антонио! Мария, я люблю тебя! Слава апокалипсису, иначе бы он никогда не решился! Лучше неси лучшее вино! Антонио, это так неожиданно! Мария, я так давно не решался, но сейчас я понял. Мария, выходи за меня. Мы уедем далеко-далеко, купим маленький домик и будем жить вдвоем. Счастливо, счастливо. Но недолго, целых 2 месяца. Ну, как раз до конца света. Мария, я не могу выразить свои чувства словами. Позволь мне исполнить для тебя свою первую серенаду. Да, маэстро, да, вы мне поможете? Оставьте нас, пожалуйста, наедине. Да пожалуйста. Questa avventura, so che sarà piuttosto dura. Questo grande arcobaleno, non tu sei scelè veleno, che io dovrò bere insieme a te. Tu come stai? Io sto già male, e tu lo sai. E sarà uguale camminare nelle solitudine. Una vita nuova non è facile, non possiamo cancellare questo nostro grande amore. Un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te. E so che la speranza non c'è, è un'abitudine per me. Ma se piangi come faccio a crederti? Tu lo sai, sono disposta a perderti. E non faccio far soffrire di te. Un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te. E so che una speranza non c'è, è un'abitudine per me. Io posso morire, natural lo devi dire. Come posso stare senza te? Lasciare te è naturale, e sento che mi fa già male. Così non è possibile. Io non posso certamente perderti. Non dobbiamo cancellare questo nostro grande amore. Un cuore malato fa male perché batte forte soltanto per te. E so che una speranza non c'è, è un'abitudine per me. Ma se piangi come faccio a crederti? Tu lo sai, sono disposta a perderti. E non faccio far soffrire di te. Fiamo dentro il cuore, bruci ogni nuovo amore. Non ci vita vera senza te. Non ci vita vera senza un cuore malato fa male per te. Batte forte soltanto per
che una speranza non c'è. Я еду в Лондон, там будет по-настоящему жарко. Света, Болливуд, Индия. Радж Сурим. Съемки эпизода 305 начинаются в шестом павильоне. Радж Сурим. Съемки эпизода 305 начинаются в шестом павильоне. Я огласите список дел. Итак, список ваших дел на сегодня. Не забыть выгулять слона, перечитать Станиславского, посмотреть обновление в блоге Дэвида, наказать злого Раджу и, наконец, съездить домой к родителям. Так, ну, блог я посмотрел, а родителей мы перенесем. Что вы себе позволяете? Вы просили делать именно так, или еще раз захотите перенести встречу с родными? Я понимаю. Но у меня слишком много дел. Вы же сами видите мое расписание. Вы переносите встречу уже второй год. Да, но кто-то же должен победить злого Раджу. Кто, если не я? Что-то еще? Да, вы просили напомнить. Конец света через месяц. Как? Как через месяц? И что? Мы все погибнем? Да. И даже я, такой обаятельный, красивый и талантливый мужчина? Да. О боги! Но мне же еще столько всего нужно успеть! Я не закончил съемки, а кинопремия. Я же мог получить Оскар. С чего же мне начать? Поезжайте, наконец, домой.
Возможно, вы правы. Пора. Они слишком долго меня ждут. О, брат наш, ты так занят делами, а наша душа истосковалась по тебе. О, брат наш, наши очи хотят видеть тебя рядом в родительском доме. О, брат наш, мы так давно не играли в футбол вместе, нам не хватает полузащитника. Приезжай же, приезжай скорей. Я так хочу увидеть родных, но съемки в индийском кино отдаляют меня от дома. Но узнав о конце света, я устремил стопы свои в отчий дом. О, мама и братья, я мчусь к вам на крыльях любви, как маленькая горная лань. Он едет. Мы уже слышим, как ноги нашего брата ворошат листву у дома, сердца наши поют. Наконец-то мы будем все вместе. Даже святая корова Зорька соскучилась. Ты уже совсем близко. Мы наварили пельмени с рисом. Мы наквасили карри, мы нагнали самогона и затопили баню. Мы ждем тебя. А где же мама? Я мама. Я знаю, сын, что от частых слез мой голос стал похож на мужской. Но от этого ты же не будешь любить меня меньше. Я тоже жду тебя. Когда мой сын приедет домой, я одену свое самое красивое сари, поставлю самую красную точку на лбу и буду дарить тебе свою любовь и нежность. Я буду готовить тебе только халву. Я помню, ты ее любишь. Ах, ликует сердце мое. Я так рад видеть тебя, брат. Тебя, сестра моя. Тебя, брат мой. Тебя, моя двоюродная сестра. Тебя, моя троюродная тетя. Тебя, моя двоюродная бабушка по линии дяди. И тебя, о, священная корова. Но где же мой девятый брат по линии мамы, брат отца его дедушки и племянника его Шурина, Джамал? Тебя долго не было. Мы не успели сказать тебе. Не брат он тебе! Ну, погрустили и хватит. А где же мама? Сын мой! Мама! Слава небесам! Конец света вернул тебя домой! Ах, мама! Дайте же я вас всех обниму! Только сейчас я понимаю, что вы для меня самое главное. Как жаль, что я не смог приехать раньше. Ведь, когда я рядом с вами, в моем сердце журчат бурные ручьи, поют дивные птицы и распускаются прекраснейшие цветы. Ах. За мной, мои дети!
Это Дэвид, и меня немного замотало. Ну, я тебе скажу, молодец. У меня варюшка отвисла. В это время в Польше за 2 недели до конца света. Валит и валит, и валит, и валит. Ты погляди, сколько навалил. Он все валит и валит, и валит, и валит, и валит, и валит. Едвига! Ой, валит и валит этот звук. Господи, через 10 минут растает. Опять грязище-то сколько. Валит и валит, и валит, и валит. Едвига! Господи, через 2 недели конец света. Это что ж, мы в такой грязи будем, что ли? Ой, нет, нет, надо все прибрать, прибрать, прибрать. Валит, а, не, показалось. Все валит и валит, и валит, и валит, и валит, и валит, и валит, и валит. Я ее и двигаю, и двигаю, и двигаю, и двигаю. Где ж ты, где ж ты, где ж ты, где ж ты помогать? И она не идет, и 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 не идет. А снег все валит, и валит, и валит, и валит. Это ж когда мне убирать-то все, господи. Это ж когда мне... Ой,
Я ж тебе говорю, через 2 недели конец света. Кто ж прибирать-то на все это будет, господи? Бабушка, да ладно тебе. Зато посмотри, какая красота. Бело, свежо. Какая ж это красота, и тут красоту ведь убирать еще надо. Ой, все валит и валит и валит и валит и валит и валит. Валит и валит и валит и валит и валит и валит. Смотри, опять повалил. Айда, айда, помогай нам. Бабушка, айда. Ну остановись. Ой. Ну посмотри, как красиво. А вдруг в последний раз? Ой, сколько там валит и валит. Уходите, давай дальше, ты сюда. Мы сейчас стоим, сейчас. Как ты дальше, ты сюда. Я уже, господи, красивее, еще пока. Как дальше, ты сюда. Поэтому смотрите фотоотчет сразу за неделю. She rock me to the east, she rock me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. За неделю до конца света. Эх, какой сегодня все-таки прекрасный день. Солнышко светит, птички поют. На дороге ни одной пробки не было. Великолепное время, чтобы что? Продавать! Так, ну где вы все? Быстро, быстро, быстро проходим, мы теряем время. Быстрей, быстрей, быстро! Посмотрите на себя! Какая отличная команда!
Я просто вижу, как каждый из вас становится следующим платиновым, нет, бриллиантовым менеджером нашей компании. Итак, сегодняшние газеты пестрят заголовками о том, что скоро конец света. Вот что ты хочешь сделать перед концом света? Хотя нет, не говори, я знаю, ты хочешь продавать. Нам открывается отличная перспектива стать героями. Мы можем перевыполнить план продаж. Продать не одну, а две, три, а то и 10 тысяч турбоускорителей для черепах. Экстра драйв 3000. А мне кажется, это не для меня. Глупости! Вы только вдумайтесь, сколько счастья мы можем подарить людям, продавая. Ведь только в Нью-Йорке тысячи несчастных черепах разочаровывают своих хозяев, влача свое жалкое существование и ноги. И я верю, что все мы рождены для великой миссии. Продавать, продавать, продавать. Ведь мы не просто продаем турбоускоритель для черепах. Мы дарим людям мечту. Вот вы когда-нибудь видели, как трогательно улыбается счастливая черепаха на скорости 150 миль в час? А чего только стоят благодарные слова черепаховых хозяев, которые уже сегодня получают в подарок дополнительный комплект батареек для ускорителей. Все это может стать реальным уже сегодня. Вперед, мои титаны продаж, продавать! Так, ну я не поняла, что быстро, быстро! Я не буду. Что? Я не буду. Это неудачник говорит тебе. Взял свой турбоускоритель и пошел продавать. Ни за что. Я уже 5 лет продаю эту ерунду. Работа должна приносить счастье. А у меня вместо этого остеохондроз, невроз и сколиоз. И психоз. Да, психоз. Да, психоз с такой работой. Мой дед приплыл в Америку на плоту из бамбука через весь Атлантический океан. Для чего? Для чего, ответьте мне? Для того, чтобы его внуки росли счастливыми и свободными людьми. Я счастлив? Да. Нет. Я свободен? Нет. А разве я об этом мечтал? Ну, подождите, подождите. А как же наши черепахи? Как же наша великая миссия? Так, стоп. Сейчас я буду говорить. Вот вы свободны. Нет, подождите, не отвечайте. Вы не свободны. Но что мешает нам просто взять и бросить нелюбимую работу. Бинго! Ребята, ведь это так просто. Взять и бросить нелюбимую работу. Все вместе. Взять и бросить. Вот вы. И вы тоже все. Вы когда-нибудь выходили в открытое поле, срывали с себя всю одежду, бегали нагишом по мокрой траве, так что душа хотела кричать «Эгегей!» Нет? Нет? Вот и я нет. А я всегда мечтал это сделать. Всегда мечтал почувствовать себя свободным. Вот вы не свободны. Ну что вам мешает просто сказать «свобода»? Давайте смелее, «свобода». Свобода. Громче, «свобода». Свобода. Все вместе давай скажем «свобода». Свобода. Отлично, да, да, свобода. Она есть и среди вас есть она тоже. Потому что свобода она с нами. Но нам нужно только ее, только нужно призвать. И мне нужен кто-то, кто поможет призвать ее, может быть, ты? Нет, хотя не ты. Ты? Нет, не ты. Боже, какая прекрасная девушка. Ты! К вам попозже. Я вижу, что ты не совсем свободен. Я вижу это по твоим печальным глазам и ауре. Но это легко исправить. Скажи «свобода». Свобода. Давай громче скажи «свобода». Свобода. Давайте ему поможем, скажем «свобода». Свобода. Отлично, теперь вставай. Вставай, вставай. Можешь повторить за мной? Нет? Но ты уже свободен, ты. Вставай, вставайте все, и вы вставайте, и вы. Вставайте все вместе, сейчас вместе пойдем и бросим свою нелюбимую работу. Все, и вы за столом, где еще горит свет надежды. Хотя нет, сидите вам и так хорошо. В общем, свобода! Свобода на среди нас! Свобода — это самое прекрасное, что есть. Давайте еще все раз скажем дружно, громко. Свобода! Свобода! Еще раз. Свобода! Свобода! Да. Отлично. А теперь повторяйте за мной. Свобода! Свобода! Теперь вы все счастливые и свободные люди. Делайте то, о чем вы всегда мечтали. Вот я. Я всегда мечтал петь в хоре. Сейчас попробую. Свобода! Нет?
Попробуем по-другому. Freedom! Опять не то, надо немного души вложить, правда, да, сейчас. Freedom! 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 You gotta give for what you take! Да! Вот она моя мечта! Вот он мой хор! И моя мечта сбылась! Freedom! 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 You gotta give for what you take! Freedom! 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 Давайте! You gotta give for what you take! All we have to do now is sacrifice and make them choose us. All we have to see, yeah, is that I don't belong to you and you don't belong to me. Freedom! Свобода! Freedom! 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 Это все, что нам нужно! You gotta give for what you take! Freedom! 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 Подбивайте! You gotta give for what you take! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Wash my sins away. Oh, happy day. Woo, woo, woo. Oh, happy day. 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 When Jesus goes. When Jesus goes. Oh, really goes. Oh, really goes. When Jesus goes. When Jesus goes. Wash my sins away. Say.
Это Дэвид. Я всегда мечтал побывать в России и снять авторское кино. Так как времени осталось не очень много, я решил совместить два удовольствия сразу. Я не хочу, чтобы кто-то меня узнал. Что я хочу сделать перед концом света? Я хочу подарить людям счастье. Много, много, много. У меня потому что его много, и всем отдам. Небо полетал. Не знаю, просто полетал. На воздушном шаре. Я бы хотел полетать перед концом света. Я бы, конечно, отдохнула. А че уже светиться? Лег, отдыхаешь, желательно лечь на пляжике на каком-нибудь. Солнышко светит, а через час хлобысь. Зато счастливо. Загорелая, главное. Я бы построила дом большой, я бы затратилась бы на это очень сильно. А я бы приготовила бы сама лично очень много еды. Блинов бы напекла бы, икры бы накупила бы, мяско бы завялила бы, там рыбки и так далее и тому подобное. И пригласила бы всех друзей своих, всех людей, которые со мной работали, которые были связаны со мной на протяжении всех моих 18 лет. Вот. И устроила бы большой пир, вот, чтобы вот все знали, это же Лагун гуляет. Так, о чем я буду жалеть? А, о том, что я. Высшее образование-то у меня нет. Вот об этом я буду жалеть. Буду ли я жалеть о несбывшихся мечтах? Да, очень буду жалеть. Ну что, у меня их много. Я буду... У меня есть мечты... А, это тайна. Почему мечты должны рассказать сейчас? Я хочу быть звездой. Это моя самая главная мечта. А, извините, можно я? А то прям не могу вот... Не могу прям вообще. Не могу без этого жить вообще. Мне кажется, каждый человек жалеет о том, что как бы ну, не уделяет своей семье много времени. Может, тратит как бы на, наверное, на себя любимого. Что я считаю самым важным в жизни? Мечты. Вот, да, точно, мечты. Когда есть мечты, и когда особенно не сбываются, когда ты работаешь для того, чтобы тебе мечты сбывались, это самое важное. Важнее всего для меня в жизни моя семья. Мои студенты, моя работа, мои студенты замечательные. Не знаю, наверное, но самое важное вообще в жизни, я думаю, что ну, это счастье свое, когда рядом близкие, когда дети, когда все здоровы, счастливы, любимые. Что откладываю? Я все всегда откладываю на потом. Редко звоню друзьям своим. Всегда думаю, ну вот на выходных точно позвоню. Нам нужен пинок, что? Вот это вот я не знаю, я не такой человек. Но есть такие люди, надо успеть порепетировать, успеть это время порепетировать. Мне не хватает времени, к сожалению, на семью. И выходные раз какая-нибудь репетиция, и все. И откладываешь, откладываешь. Это не говорит о том, что я эгоистка, на самом деле. Это говорит о том, что я все делаю ради своей семьи, но именно на них мне не хватает времени. Так, через 2 часа конец света. Что бы я хотела сделать перед концом света? Я думаю, то, что вот то, что никогда не делал. Это вообще нереальная мечта. 7 детей сразу же. Ту-ту-ту-ту. Вот как я бы сказал, там полетать, сказать любимому человеку любимые слова, там, я не знаю, нарисовать Пикассо. Я не знаю, чтобы укусил за жопу крокодил. Самое такое, самое то, что никогда не делал. Вот, никогда не делал. Я надеюсь, что я тоже таким же стану человеком индиго, а именно Росомахой. Мгновенно все сразу у тебя получается. Человечество будет во мне нуждаться. Я сама была такой 100 лет тому назад. Мне кажется, надо веселиться, радоваться, успевать делать все дела, которые я не успеваю. Привет, это снова я. Я уже очень много всего успел сделать. Конечно, мы все надеемся, что конец света не наступит в этом году. Но если это произойдет, я буду знать, что успел сделать то, что для меня действительно важно. Hi, I'm David. Мне здесь очень понравилось. У меня здесь появились друзья. My friends, come here. Come on. Как говорят у вас in Russia, А если серьезно, внимание на экран.
чужому песку несу надежду, мечту. Знать хочу, что ждет меня там впереди, за плечами годы, где мы, а где они? Те города, люди, слова. Как птица я взлетаю и лечу туда, где мечта и судьба сольются воедино. Все или ничего, для слабых середина. Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Мы поплывем по волнам, и рая земного не надо, рубите канаты. А мы поплывем по волнам. Всякий раз, когда луна накрывает, время останавливает бег, порой бывают подводные камни. Снова на мели, но звезда горит ночи, звезда горит вдали. Жизнь продолжается, время идет, оно не ждет. Не страшен на пути любой водоворот, а мне бы только раз штурвал взять в руки, оставив позади все, что мешает мне идти. И попробуйте тогда мне дать мечтать о чем-то более ярком, чем звезда моя. Та, что выше всех, но светит лишь мне. Я несу ее свет до сих пор в своем сердце. Если вдруг штиль, то я возьму в руки весла. Если вдруг шторм, значит будет солнце. Последняя строка, скучаю по всем вам. Мое письмо уносит ветер по волнам. Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Мы поплывем по волнам, и рая земного не надо, рубите канаты. А мы поплывем по волнам и окажемся там. Давайте улыбаться и дарить друг другу радость. Позвольте себе делать то, что действительно важно. Давайте осуществлять мечты. Путешествуйте, совершайте безумные поступки. Любите и будьте любимыми. И позвоните маме. Спят ветра, да, но мы разбудим их. Вот наши паруса, дуйте за десятерых. Разбивая пух и прах, чудеса, чудеса не нужны тем, кто не верит в них. Мы машем руками, мы почти на горизонте. Мысли о Боге, мечты о свободе. Как не случится, как не получится, не важен исход, все по воле случая. Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Мы поплывем по волнам, и рая земного не надо, рубите канаты. Мы поплывем по волнам и окажемся там. Дорогие друзья, Тюменская государственная медицинская академия, еще раз аплодисменты. Добавляйся, друзья. Читай Твиттер, смотри на Ютубе, оставайся ВКонтакте. Моё ТВ. Будь в сети.